Всем дорогие подписчики, зрители моего канала, с вами диспетчер. Как у вас дела, я не знаю, но я хотел узнать, как у меня дела, чтобы вам рассказать. Я сейчас нахожусь в одном месте, которое, я потом раскрою. В том, что я сейчас нахожусь здесь, мы сейчас за знакомым, то есть и с подписчиком, решили открыть одну маленькую тайну, почему НЛО в этом месте часто было замечено. То есть они прилетают какие-то шары, потом просто-напросто исчезают. В лесу, там болото, кстати, есть. Мы будем разведывать, что дальше будет, я не знаю. Но вы можете следить за моими роликами и, конечно, подписываться на мой этот канал, потому что дальше будет очень интересно, что мы будем искать. На самом деле, дорогие друзья, самое главное, будьте с нами и... Надеюсь, в горной местности НЛО тщательно почему-то бывают. Они проявляют свое действие очень часто. Будем проверять, будем искать, что найдем, вам покажем. Так что подписывайтесь, я буду на связи.